В Самаре отметили День России. Масштабный праздник прошел на сцене Дворца спорта имени Владимира Высоцкого. Среди гостей концерта военнослужащие и семьи участников СВО, ветераны боевых действий, представители волонтерских и патриотических движений, учреждений социальной сферы, молодежных объединений и организаций. Онлайн-трансляцию концерта мог посмотреть каждый желающий в социальной сети. Порадовать жителей города приехали известные артисты. Группа «Пелагея», Вячеслав Бутусов и группа «Орден славы», рэпер «Дос» и победительница фестиваля прошлого года «Да, Олеся». В Рио губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с финалистами фестиваля авторской песни «Самфест». Слово Ксении Бакановой. 12 июня, в День России, в Самаре состоялся гала-концерт фестиваля авторской музыки «Самфест-2024». С приветственным словом выступил временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Я хотел бы каждого поздравить из вас, всех жителей Самарской области, пожелать только добра, пожелать внутреннего спокойствия, внутренней гармонии и, конечно же, каждому из вас новых-новых побед. Третье место заняли музыканты «Мысли мимо» из Самары. Второе место досталось группе «Юность» из Калининграда. Победителем конкурса стал коллектив «Савельич Бенд» из Пензы. Спасибо всем организаторам этого замечательного праздника и низкий поклон всем вам. Хедлайнерами праздника стали победительница фестиваля прошлого года «Да, Олеся», рэпер «Дос», Михаил Калинкин, Вячеслав Бутусов и группа «Орден славы» и группа «Пелагея». Я искренне желаю всем молодым артистам бить в одну точку, не сдаваться никогда, для того, чтобы почувствовать это невероятное удовольствие, когда ты чувствуешь душу зрителя, слышишь ее. Я просто забываю тебя, забываю. Ксения Баканова, Игорь Казановский. События.